Он верный, он преданный, мне кажется. Он смелый. Он должен не бояться трудностей. Самый сильный, самый умный, самый смелый, отзывчивый, добрый. Нужно быть порядочным человеком, и более ничего. Это мой муж. Рассуждая о настоящих мужчинах, ни одна из опрошенных нами жительниц Перми не коснулась темы их внешности. Вопреки ожиданиям, физические данные оказались не так важны. Главное, что отличает настоящего мужчину, по мнению представительниц прекрасной половины, его поступки. Он должен тебя всегда защищать, любить и оберегать. Он должен понимать себя в первую очередь. Помогать нам, женщинам, плохими делами не заниматься. Он должен работать, семью содержать, любить детей, любить жену. Наблюдения психологов, к сожалению, противоречат представлениям женщин. Специалисты сходятся во мнении, что современные мужчины часто акцентируют свое внимание именно на внешнем, не задумываясь о внутреннем содержании. А именно стараются поддерживать свой имидж, основанный на таких стереотипах, как физическая сила и авторитет в обществе. Психологи считают такой подход ошибочным и называют конкретные качества и способности, которые отличают настоящего зрелого мужчину. Первое – это умение контролировать свои эмоции. Второе – критично мыслить, в том числе и по отношению к себе. Третье – способность сотрудничать и конкурировать с другими мужчинами. То есть это про некоторую включенность мужчины в мужской мир. А это значит мочь учиться у старших, учить и заботиться о младших, и дружить, и соперничать с равными. Если мужчина не включен в мужской мир, то тогда он все вопросы пытается решить через женщин. Завершает список психологических качеств настоящего мужчины стремление к развитию. Оно является залогом роста личности, который особенно важен для современного молодого человека. Именно на наличие этого качества в первую очередь советуют обращать внимание женщинам, которые хотят прожить свою жизнь рядом с настоящим мужчиной.